похрюкает, говорит. Где нахуй, блядь? Когда будет тур по Америке? Зимой. В начале зимы. Я даты скоро скажу. Когда побреешься на лысо, такого не будет, такое было. Позови Азазина Блесс. Азазин Блесс. Это что такое Азазин Блесс? Я знаю Азазина. Это один из моих любимых ютуберов. Базару ноль. Азазин, если что, залетай на стримец. Я думаю, будет интересно. Он же не забанен здесь, правильно? Я просто не... Но это было бы интересно. Алишер, передай привет, позови на стрим Глада Валакаса. А он, насколько я знаю, первоментно на Твиче забанен, да? Глад Валакас. Я бы с кайфом. Вот Глад Валакас — это мой любимый стример. Азазин — любимый ютубер. А Моргенштерн — мой любимый рэпер. Бро, как отпустить ситуацию и забыть бывшую, говорит. Сейчас, давайте-ка я что-то забыл. На фон что-то поставлю. Бро, как отпустить ситуацию и забыть бывшую? Ну смотри. Трахайся. В принципе, все. Йоу, Паш. Так, стоп. Что-то слишком быстро донаты летят. Хватит мне деньги скидывать. Вы финансируете иностранного агента. Ой. Что за звуки, блядь? Блядь, хватит деньги кидать! Бля, у меня еще музыка ускорена, да, играет? А нет. Ай, что я делал? А, я донаты читал, йоу. А, привет, удачи. Спасибо, нахуй. Привет, передай мне привет, пожалуйста. Отправил мне Владимир Путин. Привет. Передай приветулю Егору. Егор Вакулюк из Салехарда. Здорово, спасибо за 228. Давай буду донатить, пока не послушаешь. Вчера 10 лямов баксов со стримов пришло. Что это значит? Лучик. А, это... Похуй. Сильно расстроился от того, что бан... А, это вопрос. Сильно расстроился от того, что Бандана обогнала твой альбом по просмотрам. Как думаешь, твой новый альбом сможет побить рекорд Банданы? А, ребят, ну, честно скажу, расстроился пиздец. До сих пор пребываю в такой послебанданной депрессии. Новый альбом, я думаю, по-любому не побьет рекорд, и мне станет еще хуевее. Но с вашей поддержкой и с вашими донатами, я думаю, мы через все перепрыгнем. Мы все пройдем. Привет, Алишер. Передай привет, пожалуйста, Динару. Динар. А что, блядь, произошло такого, что я читаю вообще донаты людей? А, мне делать нехуй, точно. Я не знаю, что сегодня смотреть. Лучше донатьте что-нибудь, что можно посмотреть интересное. Обещал бэкстейдж с миллион доллар бизнес, когда будет 100к. Да, но мы, короче, решили, что мы все-таки сделаем видео на YouTube. Потому что мне очень правильно сказал Саня Фрамитумер. Это как, ну, это хочется оставить как наследие. А здесь может камера залагать, интернет отрубиться, да, все пойти по пизде. А хочется все-таки, чтобы люди смогли это спустя века увидеть. Потому что это будет один сплошной бэкстейдж на все клипы с миллион доллар бизнес. А их там на секундочку 6 или 7. Это, там, чтобы вы понимали, 5 часов бэкстейджа. Это уже нарезанный, 5 часов, блядь. Я не знаю, как мы будем вообще это все смотреть и монтировать потом, но... Чуваки, 5 часов. Здорово, как жизнь вообще? Йоу, бро. Да отлично. Спасибо за вопрос. Йоу, пошли нахуй, Хэви Драга. Не, не пошлю. Это ты его нахуй послал. Так, стоп.
Секунду. Как будто бы я сейчас проебал 120 тысяч долларов. Ну ладно. Найду попозже. Посмотреть что-то интересное, говорит. Лови. Да не. Привет Паше Карабову. Коробову, наверное, да? Подпишись на меня в инсте, чтобы я мог выёбываться. Блять, ну вы так бездарно тратите свои деньги, чуваки. Как тебе мемы от Славы? Не понимаю, о чем ты. Заебал, пошли смотреть Exile. Альбом Окси просят посмотреть. Сейчас, погодите. Макс, если я проебываю какой-то донат, говори мне плес. Тут да, в чате пишут, смотри, что кто-то скинул 11к, но я не могу его найти. Да, тебе написали: привет, Алишер, просто спасибо, многие пути для меня открыл. Блять, вот это самое приятное слышать вообще. Вот знаете, самое приятное слышать, когда ты кого-то вдохновил, ты кому-то... Когда прилетишь в Москву, ну ты что, блядь, ебанулся? Самое приятное слышать, это когда ты кого-то вдохновил. Потому что... Да, ты можешь сделать пиздатую песню, ты можешь сделать пиздатое видео, сделать там что-нибудь, поднять настроение, повеселить, развлечь как-то. Но если ты кого-то вдохновил, то этот челикс, возможно, спустя время выебет этот мир и будет говорить: а меня на это вдохновил Морген. И я тогда уже буду мертвый, скорее всего. Буду сидеть вот так и думать. Ну, точнее. А, я же буду мертвый. Почему ты говорил, что хочешь свести тату, но в итоге набил новые? Потому что я переобуваюсь, как всегда, блядь. Если я какие-то донаты пропускаю, говори мне, пожалуйста. Я все, короче, теряю. Без проблем, они без слишком... проблем, без проблем. Чуваки, хорош кидать бабки, реально, заебали. Я первый стример, который этот, выебывается, что ему донаты кидают. Типа, да иди, идите его нахуй, хватит кидать мне деньги. Стой. А почему 3 доллара они могут кидать? У нас же 2.28 минимальная сумма. Салям, спасибо за дед. Ну, кстати, реально сейчас... Да, поставь 5 баксов. Блин, а... А может мы... Сейчас. А может мы созвонимся опять всем гэнгом шерстяным. Со Славой КПСС, Ханом Замаем, Эльдаром Джараховым, Лидой. Кто у нас еще? Артём высыпатал видеос. Гос... Ты снова хочешь продать очень много... Ну, отправить очень много тонов? Давайте все-таки заставим Джарахова отдать этот долг. Сейчас, подождите, дайте-ка я напишу пацанам. Хотите созвончика сделать? Только по-братски, не говорите плохие слова. Кто у нас еще есть? А. Высыбатал гений, говорит. Факты. Высыбатал меня заметил, когда у меня было 2000 подписчиков в Инстаграме. Он меня тогда выложил. Он шарил. Смотри, а тут вообще кто-то сейчас 170 рублей прислал. Какого хуя? А, это, наверное, конвертированные. Так, привет Константину Бычкунову. Как работать с битмейкерами? Если ты хочешь создать что-то новое, а им похуй, ты непопулярный. Так работай с непопулярными битмейкерами, камон. Начинай с малых. Стрей 228 вызывает тебя на бой. Кто такой Стрей, блять? Поднимаю бокал-то за тебя. Та-та-та-та. Скажи. Так, нахуй. Что думаешь о Славе КПСС и антихайпе? Вот думаю созвониться с ними.
Передай привет Хали 97. Ха-ха. Хай. Спасибо за детство, юность и, надеюсь, старость. АСМР, ребят, контент пошел. Не умри до нашей встречи. Какой нашей встречи? С хуя ли мы вообще встретимся с тобой? Так, сейчас. Почему не лечишь осанку? Ай. Ну, это горбатый. Все. Сижу прямо отныне. Здоровый. Алишер, когда дропнешь Пабло с нормальным басом, а то в оригинале пердёшь какой-то. Иди нахуй просто. Посмотри. Так, все. Пизду. Пизду ваши эти... Так.